видеообзор на Phantom, то внешнее состояние. Все отодвигается, все работает. Сам картридж. Внешний осмотр. Проверка печати. Вот это Xiaomi 3. Печатаем пробную страницу. Печатает отлично. Видно, какая прорисовка, без всяких линий там черных. То есть картридж абсолютно чистенький, не грязный. Печатает отлично. Также подключили его сюда, то есть он его видит, P2500V, но драйвер не установлен, нужно скачивать драйвера на него. Это очень долго, муторно, мы этим заниматься не будем. Печатает, все отлично, полностью рабочий. Есть провод питания и провод подключения к компьютеру, ноутбуку. Плюс к нему идет коробочка с диском и документацией.